О, наконец-то, наконец-то я вижу эту погоду. Сколько я ждала, когда будут говорить. Я жду, когда скажут погоду Лас-Вегас. Калифорнию уже я просмотрела, но там как бы есть осадки. А Лас-Вегас? Лас-Вегас. А, то есть говорят полностью на неделю. А здесь в Америке очень хорошо, что буквально по каждому штату говорят погоду, и вот полностью на неделю, полностью и осадки, все тонкости. Как во Флориде, там если предупреждение торнадо, так там по радио, везде, по всем источникам говорят, постоянно предупреждают, чтобы принимали срочные меры, даже вплоть до эвакуации. Но у нас сегодня в Лас-Вегасе, я утром уже, как всегда, без 10:06, я смотрю, это восход солнца, это шикарно, и сейчас солнечно и хорошо. Я надеюсь, что у нас не будет осадков, просто не могу дождаться. Жду, когда тут центр. А, постоянно показывают еще Сочи, соревнования. Ну, а у меня, конечно же, как всегда, завтрак. Но сегодня завтрак с новостями. А, заходите на мой канал youtube.com. Ну и, конечно, доброе утро вам, дорогие друзья. И вот, как всегда, мой любимый энергетический завтрак. Ну, вместе с телевизором сегодня. Конечно, я сделала уже все спортивные упражнения, которые необходимы. Сегодня скажу вам, что уже витамины были. Натощак йоговское питье воды. Мелкими глотками я вам уже рассказывала. Не спеша глотаем. Обязательно мед мы используем. А вот это у нас натуральный сок. И вот эта бутылочка, я все время вам показываю, как бы вот, пожалуйста, изготовлена Флорида, 100% натуральный сок. Очень большой галлончик, очень-очень выгодно, с мякоти, вкуснейший сок. Еще сегодня у меня как бы эта новинка, это я очень люблю Активия. Люблю йогурты Активия, но это творожная масса. Это Активия, которая идет с фруктами. То есть это здесь персик, клубника, вишня, это, могут быть еще другие добавки. Но очень вкусная творожная нежная масса. Вот здесь персик. Натуральный прямо персик. Пожалуйста, сегодня у нас геркулес, бананы, клубника нарезана, изюмчик, курган, золотой химик, это миндальный орешек, немного оливкового масла и очень вкусная геркулесовая масса. Вот. Хороший энергетический завтрак. Дорогие друзья, вот опять показывают погоду. Ну, как бы до Лас-Вегаса мы еще не дошли. Жду вас на своем канале youtube.com Мила Гурзуф. Заходите, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, это интересно. Ставьте плюсики. Доброго вам дня, дорогие друзья!